курса «Лабиринт». Дети читают стихи. Читает Нохрин Артем. Йона морец, весна. Динь-дон, динь-дон, это что за ясный звон? Это пролеск по снегу улыбается сквозь сон. Это чей пушистый луч так щекочет и затуч, заставляя малышей улыбаться до ушей. Это чья же теплота, чья такая доброта, заставляя улыбаться зайца, курицу, кота. И по какому поводу идет весна по городу? И у пуделя улыбка, и в аквариуме рыбка, улыбнулась водица, улыбающаяся птица. Вот и получается, что не помещается на одной странице улыбка необъятная, для чего приятная. Вот такой длины, вот такой ширины. А по какому поводу идет весна по городу?